705 голов мелкорогатого скота с утра и до вечера пасется на обширных полях ГУПа «Зори Кавказа». Стадо закуплено в прошлом году по распоряжению главы республики в целях развития животноводства в регионе. Это тушинская порода, и все овцы грубошерстные. Они очень выносливые и хорошо выдерживают любые климатические условия. В 2020 году мы закупили ярки, 450 ярок и 50 баранчиков закупили. Вот в этом году, в 2022 году мы обещали, у нас будет проплод. А вот этом, в 2021 году мы 250 закупили ярок. Это следующее, это в 2023 году будет давать. Животных нужно не только ежедневно выводить на пастбище, но и заранее заготавливать различные корма для них. Обычно эти хлопоты начинаются еще в июне. В ГУПе «Зори Кавказа» эту работу выполнили на 100%. Сейчас мы находимся в складе, где хранится фуражное зерно, 200 тонн здесь у нас хранится. Мы его оставили для овец. Заготовили мы сразу. После уборки сразу след заготавливаем сено, солома. Заготовлено у нас 200 тонн соломы и 300 тонн сена. Спрос на мясную продукцию крупно- и мелкорогатого скота сегодня большой. Поэтому по поручению главы республики в прошлом году Минсельхозом закуплено 5000 голов мелкорогатого скота и 320 голов КРС. Оценив выгоду для местных ГУПов, в этом году приобрели еще 5000 голов. Сотни животных реализовали в один из главных мусульманских праздников ГУРП. Месяц Курбан-Байрам нам поступила заявка на поставку 1600 голов мелкорогатого скота от нашего благотворительного фонда. И подбили, получилось, что у нас каждый ГУП в состоянии выделить по 100 голов. Можно было больше, но пригодно для жертвоприношения животных примерно по 100 голов. И мы поставили где-то 900 голов. Помимо мяса, в животноводстве получают и шерсть, которую затем используют в различных производствах. Существует несколько видов шерсти, и у овец, которых разводят в республике, она в основном грубая. В Ингушетии планируют наладить производство по переработке овечьей шкуры. Этот вопрос поднимался главой при выезде с поездкой были в ГУП «Зори Кавказа». Там обговорили детали. Но шерсть у многих, грубая шерсть, она пропадает. У многих овцеводов есть даже. Цена там 5 рублей, 7 рублей, то не дают. Мы приняли решение поставить на первый мне хотя бы минимально, вот я производитель, хотя бы 5 тонн, хотя бы 3 тонны. Мини-цех по переработке шерсти. Сегодня разрабатываются несколько программ как на региональном, так и на федеральном уровнях. Для развития животноводства в республике на ближайшие годы планируется довести поголовье мелкорогатого скота в сельхозпредприятиях до 30 тысяч, а КРС до 5 тысяч голов. При хороших условиях этого результата получится добиться в ближайшие 3 года. Михаил Тангиев, Магомед Дидигов, Новости 24.